15 сентября в Каспийске прошло торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения филиала номер 2 ЦБС имени Фасу Алиевой. Встретили гостей мероприятия хлебом и солью, а также традиционной лезгинкой. Открыл торжество заслуженный артист Республики Дагестан Рашид Богатаев. А после всем присутствующим рассказали о проекте «Культурная среда», в рамках которого и была запущена программа по созданию модельных муниципальных библиотек. Он стал приоритетным и самым масштабным проектом Министерства культуры России в отношении развития библиотечного дела на ближайшие годы. В 2023 году филиал номер 2 стал победителем. И сегодня мы с вами собрались на торжественное мероприятие уже в третьем нашем городе модельной библиотеки. Украсили мероприятия танцы, песни и стихотворения воспитанников образовательных учреждений города Каспийска. Отметим, что приняли участие в открытии министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, почетный гражданин города Герман Кириленко и многие другие. Они, в свою очередь, поздравили муниципалитет с открытием филиала библиотеки. Эта библиотека стала центром, где могут развиваться люди по самым разным направлениям. И вот этот слоган «Мы перезагрузили библиотеку, вы перезагрузите себя», вот он как никогда сегодня актуальный. И этот посыл библиотеки, он, конечно же, адресован и потенциальным, и постоянным посетителям библиотеки, потому что здесь действительно новое современное пространство, это про расширение инструментария, про новое мышление, новые формы работы. Вскоре после приветственной речи организаторы мероприятия пригласили почетных гостей торжественно перерезать красную ленточку. И вот наступило долгожданное знакомство с обновленной библиотекой, где присутствующих ждала торжественная программа, подготовленная воспитанниками образовательных учреждений города. Сценки, песни и танцы. Руководитель Центральной библиотечной системы имени Фазу Алиевой города Каспийска Мадина Тимирова провела небольшую экскурсию для гостей. Кроме того, поздравила с официальным открытием муниципалитета заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании этой библиотеки нового поколения. Вам есть чем гордиться. Наша обновленная библиотека – это результат совместных усилий многих людей. Администрации региона, специалистов библиотечной сферы и общественных организаций. На этом ярком примере мы видим результаты ваших усилий, вашего огромного вклада в реализацию национального проекта «Культура» и формирование современной культуры чтения. Я рада быть вместе с вами частью команды по созданию библиотек нового поколения. Завершилось мероприятие награждением сотрудников библиотеки почетными грамотами.